Всем привет, с вами Алошка, и сегодня мы продолжаем играть в игру Dishonored. Но прежде чем продолжить, я хочу узнать, смотрит ли меня минимум 500 человек по игре Dishonored. Дело в том, что я когда спрашивал в группе ВКонтакте, смотрит ли вообще хотя бы кто-нибудь Dishonored, ответило довольно много людей, но когда я посмотрел на количество просмотров и также лайков, я увидел, что их очень и очень мало по сравнению с Майнкрафтом. И теперь у меня есть небольшая просьба. Если вы смотрите Dishonored все серии, то, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк. И, собственно, все. На этом я вам скажу спасибо большое. Ну и мы продолжаем. Остановились мы на том, как спасли капитана Карноу. И что у нас сейчас происходит? Если честно, этот диалог я еще ни разу не видел, так что для меня это будет что-то новенькое. Капитан Карноу. Кэмпбелл умер. Стража, что? Там кто-то идет? Нет. А, да, идет кто-то. Задание выполнено. Устранить Кэмпбелла. Неплохо. Его отравили. Сюда заходил какой-то мелкий чин из твоего ордена. Возможно, послушник. Задержи его. Вы не можете здесь командовать. Не валяй дурака, он сейчас бежит. Живо за ним. Я напишу подробным рапорт. Вместо рапорты, Карноу, сделайте оружие сдайте оружие немедленно. Идиот, еще один шаг, и я выпущу пулю. Не забывайте, где вы находитесь, капитан. Здесь у вас власти нет. Ты об этом пожалеешь. О, не-не-не, капитана Карноу надо спасти. Не бей меня. Чувак, ты что делаешь? Ты что делаешь? Я думал, его надо спасти. Какого? Что за... Что за... Я что-то не понял. Карноу надо спасти или наоборот убить? Ты вообще здесь не нужен, чувак. Извини. Мне, конечно, придется испортить концовку. Наверное. Но сейчас мы бежим к дневнику с компроматом. Так, с капитан Карноу, он там стоит. Так, там кто-нибудь есть? Окей, вроде никого. Капитан Карноу бежит, то есть, по идее, я его спас. Давайте почитаем еще раз задание. Я что-то не понял, почему он в меня выстрелил. Дополнительно спасти капитана Карноу. Сделайте все, чтобы капитан Карноу остался жив после визита в канцелярию Верховного Смотрителя. Окей, я его спас, но для меня все-таки загадка, почему он в меня стрелял. Вылить содержимое бокалов. Отлично. Возьмем трофейчик. Тут у нас чирик. Еще что-нибудь может есть? Пятерик. Еще чирик. И возьмем еще руну, которую мы используем для того, чтобы изучить какие-нибудь умения. Так, крыса, пошла вон. О, крыса маленькая, мясо огромное. Вот это да. Реалистичность, так реалистичность. Я пока не собираюсь отсюда уходить очень быстро. Дело в том, что здесь хранятся, как видите, довольно интересные для меня штуки. Болты, но так как у меня их максимальное количество штук, я не смог подобрать их. Цель спасена, Карну. Да, все, задание выполнено. Я-то уж подумал, это какой-то дурацкий русский перевод. 100 монет! Неплохо. Офигенно. Так, ну вроде с этой стороны я все проверил, идем дальше. Надо выпить зелица здоровья, иначе мы так умрем в скором времени. Все, можно теперь спускаться вниз. По-моему, сирену. Сирена была? Что это такое? О, духовный бальзам Пьеро, отлично, тоже понадобится. Оп! Оу! Я все себе ноги переломал. Черт, выпьем еще одну зелицу. Главное не умереть. Что тут у нас такое? На задний двор? А, ну да, в принципе, мне сейчас надо как раз-таки к лодочнику Самуэлю. Вперед! О, там человек. Он меня чуть не заметил. Где ты? Тра-та-та-та-та! Хочешь немножко поспать, чувак? Или ты все-таки пойдешь прямо сейчас назад, и я тебя тем самым задушу? Просто я тебя не хочу убивать, чтобы портить концовку. Давай. О, отлично. Давай. Не. Все, душись. Ух, плохо. Офигенский. Мы его би... Не, о, пистолетик неплохо. Пульки подбираем. И несем его куда-нибудь. Ладно, оставайся здесь. Я так понял, здесь самое лучшее место для тебя. А, так стоп, ты стоял на крыше, что ли? Хорошо. Ой, там еще один человек возле тревоги. Вы только посмотрите. Он может в любой момент пустить тревогу. Мы это, конечно же, прямо сейчас исправим. Открыть эту дверь никак нельзя. Это плохо. О, картина красивая. По-моему, я такую уже где-то видел. Во второй части, что ли? Что? Меня кто-то заметил? Нет? Что за...
О, он меня заметил. Если собираются все три таких молнии, то это означает то, что они меня заметили. Все, я понял, почему они меня заметили. У них там собака ходит, которая нюхает все. Надо бы ее убить. Вот она, эта гребаная собака. Умри! Умри, тварь! Только попробуй заорать. Наверх. Все. Думаю... А, нет, подождите. По-моему, за собак не портится концовка. То есть, хоть сколько их убивай, концовка не испортится. Еще одна собака! Умри! Тварь! Сдохни, скотина! Скотинская скотина. Что ты там на меня смотришь? Хватит на меня смотреть. Так, ой-ой-ой, меня все еще видит. Печально. Как мне отсюда выйти? Вот с этой стороны, что ли? Кстати, здесь руны-то есть? О, еще одна собака. Сдохни. Никто ничего не видел, чувак. Никто ничего не видел. Так, там находится сейчас руна. Кстати, костяные амулеты. Они тоже мне пригодятся в дальнейшем. Нет! Нет, меня заметили! Бежим! Теперь я точно знаю, что уровень хаоса при конце этой миссии будет высокий. Печально. Такс. Тут целая толпа всяких людишек. Руны здесь, по идее, нету, значит, мне сюда и идти не надо. А вот руна находится там. Ага. Я помню, как к ней попасть. То есть, вот к этой руне. Нужно пробраться через... Высокий этаж! Нет, я тебя лучше усыплю, чувак. Все, спи. Молодец. Спи. Кто стреляет-то, черт, подери тебя. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что, кто стреляет? А, вот он ты. Я не попал в него. Охренеть, какой я мазила. Пули. Нет, у меня все 10 из 10. Блин, уровень хаоса слишком высокий. Как мне попасть к той руне? Мне попасть надо, по-моему, вот через вот этот ход. Да, вот он, руна. А, так это костяной амулет, а руна получается там. Слушайте, как-то я запутался. Вот здесь, если не ошибаюсь, ловушка какая-то должна быть. Да, вон она. Оп. Оп. Активируем ловушечку-то. Ну давай, активируйся. Ладно, сделаем чуть проще. Телепортнемся сюда. И убьем ее здесь. Хотя что-то мне боязно ее убирать. Как там попасть-то в этот... К это... Охренительно. Охренеть. Вы издеваетесь. Мне придется идти через крыс? Слушайте, это так круто. То-то-то-то-то, что вы на меня полетели? Пошли вон. Где костяной амулет-то хоть? Вон он, я его вижу. Оп, не-не-не-не-не. На стол. Здесь меня вроде как не убьют. Костяной амулет. Амулеты усиливают ваше умение. Разыскать амулет можно по певучему звуку, который он издает. По умолчанию вы можете наносить 3 амулетов одновременно. Чтобы надеть амулет, откройте в дневнике раздел костяные амулеты. Окейшки. Сейчас как раз таки мы их возьмем. Улыбка фортуны. Очень редко зелья полностью восстанавливают ману. Что? Ну давайте оденем, так и быть. Так, все, я как бы одел его, да? Все, отлично. Кстати, я могу прокачать еще какое-то умение. Увеличивать число очков здоровья. Ну, здоровье мне особо не нужны, потому что сражаться я более-менее умею в Дизонорде. Так, здесь у нас все очень дорогое. Окей, тогда будем копить 2 руны, а потом посмотрим, чтобы нам прокачать! Оу! Вы видели, они мне сколько снесли? За чуть ли секунду одну. Я могу телепортироваться сюда? Давай. Оп, отлично. Все, можно уходить отсюда. Как это хорошо. Здесь я могу пройти? Нет, здесь простой проход. Метательная установка, что? Арбалетный болт. То есть все, я обезвредил ее, да? Да, я ее обезвредил. Окейшки. Да, можно сюда уже не возвращаться. Идем, получается, сейчас к руне. Руна находится у нас всего лишь в 10 метрах от нас. Вы, наверное, спрашиваете, почему я прямо сейчас не иду к лодочнику Самуэлю и сразу не выполню миссию. Да дело в том, что в дальнейшем игра будет... очень хардкорно, и без всяких рун и амулетов вы просто не пройдете. Я вам обещаю это, народ, обещаю. Так, тут у нас что-нибудь есть? Нету вроде как. Здесь, вот здесь я... Ой, меня заметили. Кажется, меня заметили. Там еще один костяной амулет, но
Пока я его брать не хочу. Так, давай. Нет! Умри! Ладно, народ, все, я забиваю на эту хорошую концовку. Не получится у меня ее взять. Нет. Нет. Где ты там? Иди сюда. Сдохни. Кстати, когда я проходил эту миссию, я тут всех убил, абсолютно. Ключ от мастерской? Что за хрень? Что за ключик? Вау! Да ладно, сколько вас здесь? Вы издеваетесь, что ли? Офигеть! Боже мой! Так, костяной амулет. Нет, мне не к нему надо. Мне к руне надо, боже мой. Где она находится и как к ней попасть? Вот, по-моему, через вот этот ход. Отлично, я как раз таки использовал ключ от мастерской, который выбил из одного из этих охранников. Умрите, крысы, ненавижу вас. Так, подбираем всякие тут зелицы. И наша руна при нас. Нет, давай, подбирайся. Подобралась. Все охренительно. Что такое? Новый винтель. Будьте любезны, проследите, чтобы этот винтель установили на дверь небольшого хранилища у погрузочного причала. Меня несколько месяцев донимают этой просьбой. Можно подумать, в жалком сарае есть что-то ценное. Помните, если будете выполнять мои поручения со всем усердием, станете моим учеником. Главный механик Бартоломью. Бартоломью, что-то знакомое, честное слово. Так, ну ладно, возьмем вот этот вентиль. Куда его там надо? Так, куда его надо? Ключ! О, ключ от мастерской. Пружинные мины мы возьмем, они очень нам пригодятся. Целебные эликсиры тоже пригодятся. И куда его сувать? Черт подери тебя. Я не знаю, куда этот винитель сувать. Ладно, пошел он вон. Что это такое? Болты? Возьмем. Гранаты? Возьмем. К вопросу об арбалетах. Наткнувшись на арбалеты, которыми ассасины так ловко истребляют наши патрули, мы сперва очень обрадовались. Но найденные модели оказались далеки от совершенства. Люди Дауда бьют дальше, точнее и быстрее перезаряжаются. Думаю, нам следует вынести из этого урок и продолжать пользоваться пистолетами и палашами. Искренне ваш главный механик Бартоломью. Что-то он очень много любит писать, я заметил. Ну и, в общем-то, ура, 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 народ. Мы возвращаемся к лодочнику Самуэлю. Сначала мы лучше возьмем с собой какой-нибудь бочонок. Мало ли в кого-нибудь выстрелить придется. Вот здесь, по-моему, надо открыть, да? Отлично, идем дальше. Кто-нибудь здесь есть? Крысы, привет. Надеюсь, вы не нападете на меня. Ой, как красиво. А знаете, в чем еще одна особенность этой игры Dishonored? Можно доплыть даже до того леса. Вот именно. То есть, тут полная свобода действий. Можно прямо сейчас выпрыгнуть в воду и плыть к тому городу. Но проблема заключается в том, что... Нас будут атаковать рыбы. О, он меня уже заметил. Слушайте, да он лучше какого-либо ассасина. О! Капец. Да нет, нет. Слава тебе, Господи. Спасибо тебе, о великое автосохранение. Спасибо тебе, боже ж ты мой. Я только что взял и нечаянно убил лодочника Самуэля. Вот это фейл. А, ладно, здесь я думаю скачусь. Слушайте, по-моему, у меня сейчас больше возникает проблем спуститься, чем убить несколько стражников. Так, все, сейчас спустимся по этой цепочке. Ой-ой-ой, все. Сейчас взорвется. А, неплохо. Отлично, мы спустились к лодочку Самуэлю, и, собственно, на этом мы закончим серию. Серия получилась, по-моему, ну, 15 минут это точно, хотя, может быть, и не точно, честное слово, я не знаю. И да, на этом мы закончим. Как я повторяюсь, если вы ставите лайки, то я знаю, что вы смотрите Dishonored, а значит, все круто. И, собственно, да, на этом мы закончим. Давайте выпьем сразу эликсир Соколова, сразу сохранимся, чтобы это все было как бы перед вами. Отлично. Так,
Отлично. И, собственно, да, на этом мы заканчиваем. Если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Ложка. Всем удачи, всем пока!